Очередная сборка. В этот раз у нас Outlip. Стоит он что-то там 40 с лишним тысяч. Огромнейшая рама по высоте. При этом очень короткая база. Ну и, конечно, внизу у нас здесь трещотка на стальной втулке. Соответственно, новый велик из коробки, сразу же будет замена втулки под кассету на прома. Будем разбирать, переспецовывать и только после этого собирать велосипед. Больше всего меня удивили ноги. Ребятки, вы видели, какие-нибудь такие тонкие ноги на вилке? Мой пальчик, да? Всего 25 миллиметров толщина ноги. У детских великов толще. А подразумевается, что на этом велосипеде будет ездить человек 2 метра ростом. С такой вилкой и вот на трещотке. Соответственно, заднее колесо мы сейчас переделаем, усилим, чтобы ось не сломалась. А вот что мы будем делать с вилкой, я не знаю. Велосипед собран. Велосипед действительно огромный. То есть я со своим IQ 22 сантиметра, мне неудобно стоять на раме, потому что она прям мне поджимает, скажем так. Но в принципе это вот моя ростовка как раз. То есть на 184 сантиметра в прыжке я на эту раму запрыгиваю. И вот эта XL-ка мне будет, наверное, как раз по высоте. И, наверное, может быть, даже по длине базы мне будет комфортно, чтобы сидеть, чтобы спина была прямая. То есть рама здесь действительно огромная, но единственное, что база коротковата. Получается, поменяли сразу же на новом велосипеде заднюю втулку, поставили втулку на промах и под кассету, потому что втулка под трещотку, к сожалению, человека не выдержит. Все настроили, тормоза настроились, передачи настроились, все, в принципе, замечательно. Ну вот, как видите, вот так вот болтается тросик на первой скорости, да, потому что у нас рамка переключателя не уходит глубже. И если здесь у нас будет маленькая звездочка, и здесь у нас будет большая звездочка, у нас цепь трет об рамку. И дальше рамка не уходит, то есть винт выкручен целиком. И вот так вот болтается тросик, потому что настраивали у меня от первой передачи, от второй. Если тросик сейчас сразу натянуть, как правильно, тогда на второй передаче рамка будет перекидывать дальше, чем вторая звезда. То есть здесь проблема с переключателем. Здесь должен быть переключатель немножко другой конструкции. Но вот так как есть, мы умеем такое настраивать. Протянули шатуны, поставили педальки на смазку, протянули все винты на роторах на выносе. Все винты, соответственно, сыромятина полнейшая. То есть шлицы срывают сразу, соответственно, потом в дальнейшем, конечно, желательно будет поменять эти винты на нормальные. Сейчас все затянуто, все хорошо, но за затяжкой тут следить уже будет проблематично, скажем так. Винтики такие маленькие, нестандартные, таких в продаже, соответственно, нету. В комплекте есть катафоты на колеса, задний катафот, переднего катафота нет, но зато есть звоночек. Вот, такой вот прикольный, модный звоночек. Что тут еще сказать? Ну, нормальный подседельный штырь, толстый, с нормальным замком, нормальный такой длинный вынос, нормальный такой руль и совершенно ненормальная вилка с тонюсенькими ногами. Вот мой пальчик и вот вилка. То есть, ну, очень тоненькая вилка, совсем непонятно. Передняя втулка Шуфенг, сталь, хрустит, конуса хрустят, шарики хрустят, набили смазки, все хрустит. Видите, как адаптер под тормозной диск алюминиевый крепится винтами изнутри. То есть втулка максимально ненадежная, тем более под такую большую ростовку велосипеда. Да, напоминаю, что здесь человек будет 2 метра ростом. То есть выглядеть это будет примерно вот так вот седло по высоте стоять, да, то есть это мне по шею примерно седло сейчас стоит. То есть как бы рама на самом деле нормальная от стелса, рама прикольная. То, что короткая база, как раз вот может быть даже удобно, что с более прямой спиной можно сидеть, если руль чуть-чуть повыше поднять. А вот по навеске, конечно, ну, немножечко слабовато и втулка, и вилка, и так далее. То есть придется, скорее всего, уже сейчас человек 5000 вложил в переспецовку заднего колеса, в установку новой втулки, в новую, соответственно, звездочку, плюс сборка велосипеда, это 5000. Теперь ему надо еще и с вилкой что-то думать, потому что сколько эта вилка прослужит, я не знаю. Но, скорее всего, она немного прослужит, потому что даже на детских велосипедах ноги значительно толще. Вот такой вот велик, вот такой вот обзор. Да, рубашки-тросики перекинули, как обычно, вот так вот красиво. Все настроили. То есть, если вы высокий человек, будьте готовы, что вы в этот велосипед вложите очень много денег. Но рама, да, действительно большая.